Всем привет! Сегодня у нас зимняя посылочка такая. Уже выпал снег. Решил подготовиться, чтобы руки не мерзли. Заказал себе перчаточки. Перчаточки. Ну, немножко помялись, да? Перчаточки фирмы Xiaomi. Почему выбрал их? Не знаю. Просто мне нравится фирма Xiaomi и решил заказать перчатки этой фирмы. Плюс это тач-перчаточки. Ими можно будет нажимать. Смотрите, как все презентабельно выглядит, да? То есть, прям как дорогие перчатки какие-то заказал. Перчатки со снежиночкой. Указательный палец средний и большой с тач-покрытием, как вы видите, да, другого цвета. Вот. Перчаточки тянутся. Давайте попробуем тач-покрытие. Работает оно или нет. Итак, вот наш подопытный, как всегда, телефончик мой. Значит, давайте мизинец попробуем. Не работает. Средний палец работает. То есть, большой палец тоже работает. Все нажимается. Так, телефон не будем вам показывать. То есть, все нажимается, все кликается. То есть, все нормально. Давайте теперь проверять размер. Подойдет он или нет. Какой-то размер, интересно. Так, насколько я помню, там размеров не было. На сайте, на самом, на Xiaomi есть размеры. Но вот я покупал на Gearbest, там один размер. Вот, у меня рука влезла, но... прям впритык. В общем, перчатка для меня прям впритык. Кстати, смотрите, на одной перчаточке есть такая оранжевенькая бирочка, на второй нету. Вот, ну... слушайте, такие теплые, они толстенькие. Ну-ка, телефончик. Ну, все работает. Все тыкается. Думаю, если что, их можно немножко подрастянуть, потому что они тянутся. Но, не знаю. Вот мой размер руки, и для меня они впритык. Если у вас подлиннее пальцы, то уже, наверное, вам надо что-то другое смотреть, потому что вот эти именно данные перчаточки вам уже не подойдут. Если они вширь, то потянутся нормально, то вот расстояние между вот, началом пальца и вот здесь, то здесь уже будет давить. Потому что вот у меня, я чувствую, прям вот все как бы... прям упирается, да? Но не так, чтобы прям тянет сильно. То есть мне они еще подходят. Вот такая сегодня у нас распаковочка зимняя. Скоро Новый год, так что ставим лайки, подписываемся на наш канал, вступаем в нашу группу и ссылочка под видео на эти перчатки.